Привет, дорогие друзья! Сегодня я буду показывать блюдо из нашего любимого овоща картофана. Вот сейчас я ее варю, но у меня закипело, я вот правда убавила, чтобы тут камеру не напарить. И я солю это. Картошка в мундирах. Закрываю крышкой, и она у меня варится до готовности. Продолжаем готовить картошку. Я ее отварила. Вот она у меня почти остыла, еще теплая. Духовка у меня разогревается на 200 градусов. Я, значит, что буду делать? Я буду готовить ее в духовке. Тру сыр. Вот здесь вот у меня 265 грамм сыра. Чеснок на терке. Что-то тороплюсь. Тут не знаю кто. Сейчас я в эту сырную смесь добавлю вот такой свой укроп замерзший. Если у вас нет замороженного замерзшего, как у меня, можете свежий порезать. У меня его просто много. У меня дядя на укропной фабрике работает. Как у шарика. Так, это я сейчас готовлю смесь. Какую смесь? Сырно-майонезную чесночную. Вот такую бульк. Классно? Теперь мне это надо размешать до однородной массы. Почти готово. Я взяла форму стеклянную, помочила ее маслом, как всегда, очень все быстренько, чтобы время много не тратить. Так, теперь я буду чистить картошку. Картошку чищу. Ну, картошку чищу, как все. У меня может быть все неаккуратно, но мастер-класс по чистке картошки. Смотрите, так будет быстрее, если берешь вот так вот ее наполовинку ножиком проводишь, а потом берешь вот так и кожицу снимаешь. Мастер-класс не удался, только что так хорошо снялась. Ну, все-таки быстрее, мне кажется. А может, это мне кажется. Так, прикол, короче, картошки в видео. Мою картошку, чтобы она чистенькая у меня была. Теперь я ее разрезаю на половинку. А я не знаю, почему я ее режу. Я вот так вот ее намазываю. Мне вот почему-то нравится. Нам нравится эта картошка. Съедается очень хорошо. Дешево и сердито, да? Да. Как бы. Даже. Так, я почти ее закончила уже намазывать. Вот, ее много не бывает. Я, как всегда, тут намесила. Что хотела показать? Я-то не на праздничный стол сегодня. А вот если хотите, чтобы она стояла, то нужно вот эту вот, вот так вот взять, обрезать. И вот так вот она будет тогда стоять. И в тарелочке также. Ровно. Да, ровненько. Пойду руки обмою, нужно это немножко посолить и поперчить. Ой, может быть, не совсем красиво выглядит. Ну, вкусно. Так, что тут у меня? Смесь моя закончилась из перцев. Так, это я чуть-чуть приперчила. И вот так чуть-чуть присолю. И в духовку ставлю минут на 10. Прошло 10 минут.
я достаю. Если вы хотите, чтобы посильнее зажарилась она, можете подержать подольше. Ну, я тут так, для красоты, для эстетики. Зеленого лучка насыпала. Это у нас такой ужин будет. Вот такая рыбка к этой картошечке. И помидорки, ну, огурчики еще есть. Королевский ужин. Да. Раскладываем картошку с пылу с жару. Так. Знаете, какой тут запах стоит? Видите, это вот, которую я донышко срезала, видите, как она стоит? Вот это для праздничного стола. А у меня, так, для повседневки. Что хотела сказать? Не забываем нам ставить лайки, писать комментарии, ну или дизлайки, что хотите. И всем пока-пока. Ругаться До встречи.